Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, у меня сегодня распаковочка. Посылочка у меня от Марины Тутиевой из Владикавказа. Я уже получила в этот год несколько посылок, но вам не показывала, потому что времени вообще не было. А эту посылочку я решила вам показать по двум причинам. В принципе, я не планировала показывать, но вот так получилось. Первая причина – это потому, что мне написали подписчики, ну и спросили, почему я не показываю распаковку, потому что благодаря распаковкам они могут составить список хотелок на следующий год, на следующее лето. Ну, в принципе, я буду показывать, что у меня будет зацветать, потому что я в этот год покупала не только листья, но и ветки и стартеры. Поэтому должно все уже зацветать. Три сорта у меня уже зацвело. И еще на бутонах есть. В принципе, я вам все покажу. Поэтому вы, как бы сказать, без списка хотелок не останетесь. А второй вопрос был, как бы сказать, даже такой упрек, что почему я не снижаю цену на листики? Почему у меня листики от 100 рублей до 150? Почему я не снижаю цены? Ну, одна из причин – это потому, что я ценю свой труд и не считаю, что 100-150 рублей за лист – это дорого. И вот сегодня хочу вам показать, какие цены у меня здесь, что я купила, по каким ценам. Я вас не призываю покупать именно у Марины, нет, просто мне очень хотелось ее сорта, особенно некоторые. Я знала, что будет дорого, потому что есть и новинки этого года. Ну вот, захотелось. Поэтому то же самое. Если вы не хотите у меня покупать, считаете 100 рублей, 150 дорого, не покупайте. Так, значит что? В общем, Марина мне прислала список того, что я заказала. Подарок. МТ «Дыхание ветра». Ой, я его так хотела и не знала, заказывать или не заказывать. И потом «Дыхание ветра» я заменила на другой сорт. И она мне его прислала в подарок. Вообще, я даже не ожидала. Так здорово. Напишу ей сегодня, поблагодарю. Так, значит, что я заказала? МТ «Звездная колыбель». Похоже, два листика, да, Марина упаковала два листика. Упакованы очень хорошо, и тургор у листиков хороший. Если у каких листиков будет тургор не очень хороший, то я их в HB101 подержу с полчасика, потом буду укоренять. Тут ничего страшного. Я их распаковывать не буду, я просто покажу вам сорта, чтобы не занимать ваше время. Ну, а потом займусь обработкой. Так, значит, МТ «Звездная колыбель». В этот год меня потянуло вообще на пятнистые сорта. Хочется горошки. Вот «Звездная колыбель» – это, если мне память не изменяет, это такой синий сорт с белый горошек. Сорт пестролистный, я вам фотографии буду выставлять. Так, вот этот сорт – 1500 листик. МТ «Дыхание ветра». Это белые цветы с розовой каемкой. Такой смайлик здесь видно, что подарок. Спасибо Марине огромное. Не ожидала такой подарок. Я вообще хотела этот лист. 1500 этот лист стоит. В общем, я его заменила на другой сорт, и Марина мне его положила. Прямо нарадоваться не могла. МТ «Яблочные облака». Такой белый пушистый цветок с зеленушкой, с розовыми бочками, прямо как яблочки. В принципе, вот это сорт, из-за которого я заказывала. Я его очень-очень хотела. Еще я у Марины заказала Р. Ярила Люкс. Так, я вам обещала цены. МТ «Яблочные облака». 2000 у нее стоит лист. Вот. Р. Ярила Люкс был со скидочкой 300 рублей. Хантер с Андромеда. Тоже очень хотела этот сорт. 500 рублей. Мариночка положила пару листиков. Как здорово. И вот чувствуется, что листики-то тугие.
не вялые. Очень здорово. МТ «Пески времени». Тоже этот сорт очень хотела. Вообще, я хотела посылку заказать, наверное, где-то в сентябре, но так как все начали переукоренять свои коллекции, я побоялась, что листьев там мне не хватит. Так, МТ «Пески времени» 1500. Изумительный сорт, красивый. Еще я заказала ревермисты. У меня есть 3, а у Марины я нашла еще 3, которых у меня нет. Ревермист, если правильно читаю, в общем-то, я выставлю фотографии, подпишу. 2 листа. Марина почти мне все по 2 почему-то положила, но ей огромное спасибо. Вообще посылка попала в жару, но я смотрю, что все в хорошем состоянии, тургор хороший. МТ «Лунная роса». Тоже очень-очень хотела этот сорт. Ой, прямо не нарадуюсь. Так, МТ «Кислородный коктейль». Этот листик 2000 стоит. Марина положила 1, но лист очень большой. Очень большой. И если он с хорошим тургором, то я, наверное, наверху листа вырежу уголочек и посажу его дублем, чтобы было побольше деток. Так, еще здесь ревермист «Зива», если правильно тоже читаю, еще одни горошки. Ревермисты какие-то по 1000 и какой-то один подешевле. МТ «Моя вселенная». Тоже очень хотела этот сорт. Еще одни горошки. Так, и сорт ревермист. Не знаю, как читать. Поэтому просто фотография. Но листики хорошие, с хорошим тургором. Вообще, я планировала еще у нее заказать 3 сорта. Но 2 сорта получилось, что она еще не реализует, сказала, написала. И 1 сорта уже не было. Поэтому всего скорее, что в следующий год я ждать не буду, августа месяца. Я, наверное, в мае месяце, как только у нас погода позволит, я у нее закажу еще сорта. То, что не получилось в этот год, закажу в следующий год. Ну вот, дорогие друзья, такая вот распаковочка. Ну и, конечно, вот эти вот сорта в следующий год. Если лист стоил 2000, то, конечно, он не будет стоить 100 рублей 150. Не знаю, какие будут цены на следующий год на эти сорта. Ну вот, смотрите сами. Спасибо, дорогие друзья, что заходили ко мне на островок. Всем пока-пока.